Сегодня, 14 мая, в регионе стартовали довыборы депутатов в областную думу. Участки открыты в 4 округах. Один из них, Волжский, находится в Саратове. Само голосование продлится 3 дня. Наша съемочная группа побывала на нескольких участках в Саратове. Пока интерес к выборам практически нулевой. Проголосовавших – единицы. Сколько-то пришло. Сейчас рабочий день, например. Поэтому, если кто и придет, большее количество там ближе к вечеру, после работы. Завтра выходной день. Рассчитываем, что придут побольше. Ну, а воскресенье – это же традиционный день голосования, поэтому как бы ожидаем больше потока людей. Иногда хожу, когда выборы президента, а когда такие выборы в депутаты, никогда не принимала участие. Не хотите? Нет, да? И паспорт с собой не взяла. А почему, скажите? Не знаю, как-то нет желания. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, сегодня это как бы еще рабочий день, и я думаю, что и солнечная прекрасная погода. Пока мы еще всех ждем избирателей на наш участок. За кого? Кандидатов. Я... не знаете, кто там? Не, вообще даже и близко. То есть вообще не голосуете никогда? Не. Почему? А чего за них заголосовать? Они только языками могут говорить. В основном приходят в вечернее время, ориентировочно вот с 6 до 8, а в воскресенье в утреннее время пожилые люди с 8 до 10. Обеденный перерыв, как правило, застой у нас. Thank you.